Приветствую вас, мои дорогие друзья! Глубины интернета таят в себе немало интересных вещей, ведь есть такие, как TouchRex. И сегодня мы с вами, так сказать, продолжим айфоновый трэш. Ну, то есть, смотреть на ихнее фиаско. И да, айфоны не простые, а золотые. Ну, то есть, десятые. А разъебы будут очень изощренные, от таких, таких и даже до таких. Кстати, в этом видосе ты узнаешь, как убрать всех бесящую бороду на 10-м фоне. Но по всем по порядку. Так что хватит ходить вокруг да около, айфоны же ждут, значит поехали. И начнем мы с чего-нибудь погорячее. Тут для сравнения будет еще и Galaxy S8. Ложим и поджигаем. Ух, ха, прикольно они горят, да? Прям огонь! Итак, перед нами наши девайсы, которые за свою недолгую жизнь уже успели повидать что-то эдакое. Смотрим на iPhone 10. Такс. Face ID еще работает, и сразу заметно, что края чутка подгорели. Но тем не менее все пашет. Теперь берем Galaxy S8. Но тут уже подгорело прям посерьезней. Прям как пуганы некоторых зрителей, которые возмущаются, что лучше бы гаджеты отдали им. Вот. А экран все равно функционирует. Назовем это так. Ну и от горяченького перейдем к холодной закуске. Для максимализации трэша бахнем туда яичко. Ну типа белок, протеин, руки-базуки. И льем сверху жидкий азот. Если кто не знает, то жидкий азот понижает температуру до минус 200 градусов. Льем, льем, воу! Блять, так он все равно работает. Ну и давайте для бонуса к горяченькому вернемся. А то, как говорится, куда девать AirPods, если айфона уже нет. Ну тут все просто. Берем нож, греем его и дальше дело техники. Вау, ха, как желе. Интересно, как теперь будут работать сами AirPods? Кстати, они в этой штуке уже навсегда, походу. Ну тогда переносимся на улицу и делаем... Итак, мы приготовили маршмеллоу. А теперь переходим к тяжелой артиллерии. Но тут уже будет полезный контент. Ибо многие говорили, что их бесит эта борода на новом айфоне. Так вот, сейчас ты увидишь, как ее убрать и проапгрейдить свой замечательный гаджет. Для этого берем новенький блестященький iPhone 10 и помещаем в эти тиски. И зажимаем как следует. Ведь сейчас будет мясо. Эх, чё-то он отключился. Странно. Кто шарит, напишите в комменты. А не, еще признаки жизни подает. Ха, ну ладно. Дорезаем. Мне кажется, так симпатишечней. А как вам, ребят? Напишите, что вы думаете в комментариях, и не забудьте подписаться, чтобы увидеть следующую дичь, которую я тебе лично покажу. Чао!